Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, с нами на связи. Здравствуйте, Иван. Доброе утро, студия. Доброе утро, телезрители. Доброе утро. Иван, как всегда, вас рады видеть. Хотелось бы разобраться в взаимоотношениях Российской Федерации и МВФ. Зачем действительно им потребовалось восстановить взаимоотношения? Ну и вот касательно по внешнему долгу, да, вот общий долг России и ее субъектов в 2024 году составит около 20,8%. Процента ВВП по сравнению с прошлым годом, да, выше он в прошлом году 19,7%. Это в обновленном прогнозе Международного валютного фонда. То есть сколько еще должна Россия, и мы понимаем, что МВФ выгодно возобновить эти взаимоотношения, чтобы долг отдали, правильно? Безусловно, то есть надо понимать, что МВФ это все-таки экономическая структура, которая, скажем так, следит за состоянием глобальной экономики. Чтоб там ни было, Россия часть этой экономики, и поэтому МВФ, исходя из, скажем так, экономической призмы, то есть смотря на Россию с экономической призмы, хочет иметь контакты с ней, чтобы понимать, что происходит в стране, которая в принципе еще до начала полномасштабной войны и по результатам 22 года была там 10-я экономикой мира в расчетах Всемирного банка, 11-я, кстати, в расчетах МВФ. И, конечно же, учитывая это значение, МВФ хочет с ней сотрудничать. Но подобные действия, они же, по сути, легитимизируют Россию. То есть вот это жить в условиях экономической теории, что вам надо работать со всеми и все есть составляющие этой глобальной экономики, приводит к тому, что вы закрываете на правовые моменты, и вот эта правовая призма, давайте так, то есть если с экономической со всеми надо сотрудничать, с правовой и с политической, надо задумываться, а стоит ли работать с теми либо иными странами, которые подрывают мироустройство. И вот здесь есть, как мне кажется, большая проблема, что подобными действиями МВФ, по сути, дает сигнал, что Россия рукопожата, что вот это, знаете, сейчас все после дебатов кандидатов в президенты Трампа и Камалы Харрис ожидают дебатов вице-президентов, и вот кандидат вице-президента Венс сказал такую фразу, что борьба России и Украины не есть борьба добра со злом. И вот подобные контакты МВФ и России, они как раз и подтверждают вот это высказывание, что нет, это не борьба добра и зла, это совершенно другое. И вот это самое страшное, что по сути уходим от парадигмы, что Россия напала, Россия есть воплощение зла, Украина защищается, Украина есть воплощение добра. Это очень плохо. Также еще отмечу, вот то, что перед включением говорил Борис Кушнирук, что Россия хочет использовать МВФ как ретранслятор своей информации. И здесь мы возвращаемся. Статья Financial Times уже, наверное, годичной почти давности, это был конец 2023 года, когда была статья под заголовком «Почему МВФ доверяет экономической пропаганде Путина?». И автор этой статьи писал, что в России информация статистическая, она подчинена политической власти, соответственно, они не будут давать те данные, которые будут так либо иначе показывать негативные стороны России, они будут показывать только позитив. И эти данные даются МВФ, МВФ их видит, как сказал Борис Кушнирук, они не могут их перепроверить, и они их показывают, что вот, пожалуйста, у России все хорошо. Поэтому, знаете, есть такой Милов, это бывший заместитель министра энергетики России, он как-то даже пошутил, что сейчас люди, которые следят за российской экономикой, у них появляется такой себе спор между МВФ, другими структурами, европейскими политиками, которые говорят, что в России все прекрасно, и руководством Центрального банка России, который говорит, что очень все плохо. И вот он говорит, что из-за вот подобных вещей, когда МВФ получает информацию от России, далее транслирует ее, создается впечатление, что там все хорошо. Но если послушать
руководство Центрального банка и Набиуллину, и ее заместителей, то получается обратная ситуация. Вот мы имеем такой момент, что, к сожалению, живя в таком себе мире теории, в котором находятся многие международные организации, включая МВФ, вот такие контакты происходят, и они не задумываются о том, что сам факт таких контактов возвращает к нас к тому, что вот эта модель борьбы добра и зла, она не материализуется, поскольку своими действиями они показывают, что нет, это не так, и это очень-очень плохо. Иван, я хотел вас попросить немножко к истории вопроса обратиться. Дело в том, что я в 90-е учился в школе в России, и я очень хорошо помню, что такое Международный валютный фонд. И был такой директор Международного валютного фонда Мишель Камдесю. Он, кстати, дольше всех возглавлял этот фонд с 87 по 2000 год. И тогда он был едва ли не одним из основных игроков российской внутриполитической жизни. От его решений зависели транши, зарплаты, пенсии. Может быть, они просто возвращаются в 90-е? Ну, во-первых, есть понимание того, что все-таки без экономической помощи России сложно. Это понимать, что тогда, если брать период 90-х, тогда же был период, когда развалился Советский Союз. И, по сути, тогда шутили термины с как раз начала 90-х «ножки Буша». Это помощь, которая шла со стороны и Международного валютного фонда, и другие Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, они как бы во многом позволили России пройти 90-е. Это уже в нулевых началась совершенно другая история, и по сути Россия стала становиться той Россией, которая она есть сейчас, уже с, скажем так, теми экономическими изменениями, которые произошли, с изменением конъюнктуры, давайте даже так. Поскольку именно изменение конъюнктуры, рост цен на углеводороды, а Россия, чтобы там не было, и Советский Союз, и Россия – это страна, которая основывается на углеводородах, 67% экспорта России – это вот так называемая 27-я группа, это углеводороды плюс энергетика. И, соответственно, топливно-энергетические товары, такой термин есть. А вот для России именно они всегда были основой. И когда цены на них выросли, все было хорошо. Но когда начали работать санкции, то они поняли, что они не получают той прибыли, которая у них была. И сейчас для России критически важно найти источники поддержки своей экономики. И МВФ, по сути, может оказаться одним из них. Поэтому я полностью с вами согласен, что калька вот это возвращение в 90-е, она вот, я извиняюсь, вот как раз подтверждаю свои слова, она возвращается. В том плане, что сейчас без подобной помощи России выстоять будет очень сложно. И здесь вопрос, а как поведет себя МВФ? То есть она вернется в те 90-е, когда помогали России существовать, при этом закрывали на глаза на то, что надо было проводить дальше денуклеаризацию России, возвращение определенных территорий, которые Россия со времен Советского Союза контролирует и которые ей не должны принадлежать, я имею в виду в первую очередь северные территории Японии, которые в России называют Курильскими островами. То есть, но тогда вот не было сделано четкого объяснения России, что мы вам помогаем в обмен на то, что вы там сдаете ядерное оружие, либо что вы возвращаете Японии территории. Сейчас, ну, моделируя ситуацию и понимая, что как бы российская власть ни говорила, санкции очень сильно по ней бьют, по крайней мере, руководство Центрального банка России говорит о том, что санкции серьезно бьют. И сейчас, если моделируем вот восстановление этого сотрудничества, условия должны быть, ну, помимо того, что уже добавляется вывод войск с территории Украины и возвращение Украины всех территорий, а также возвращение Японии территории и денуклеаризация. Пойдут ли на это международные, скажем так, финансово-экономические круги, я пока не уверен из опыта, опять-таки, 90-х. Но то, что вот все больше мы видим необходимость России в возвращении вот этого сотрудничества, ибо будет очень плохо, это, мне кажется, очевидно. Иван, часть стран Европейского Союза оспаривает решение МВФ о возобновлении взаимодействия с Россией. Речь идет о ежегодных экономических обзорах с Москвой, которые были приостановлены после российского полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg. Свое недовольство уже выразили Франция, Бельгия, Польша, а также несколько государств Балтии и Северной Европы.
Этот вопрос представители стран собираются лично обсудить с главой фонда Кристалиной Георгиевой. Они уже направили соответствующее письмо руководителю МВФ. Дипломаты ЕС видят в этом шаге предложение Путину экономической помощи и нормализации отношений с Москвой. И это в то время, когда Запад стремится изолировать Российскую Федерацию из-за ее агрессии. Отмечу, ранее в МВФ заявили, что сотрудники фонда начнут онлайн-переговоры с российскими властями 16 сентября, а затем посетят страну для личных встреч. По информации собеседников издания Bloomberg, этот визит должен начаться 1 октября. Во-первых, Иван, смогут ли эти страны повлиять на решение главы МВФ? И, собственно говоря, действительно, это же подпитка экономики Российской Федерации. И что ж тогда БРИКС не работает, да, лучше все-таки МВФ получается для Российской Федерации? Вот таких три аспекта. Ну, начну с конца. БРИКС действительно не работает, и БРИКС, несмотря на многие дискуссии о создании своей валюты, они близко не подходят к ней по той простой причине, что и Индию, и Китай, двух основных игроков БРИКС, их как бы вполне устраивает финансовый мир, который базируется на долларах и евро, и создавать свою валюту они не сильно спешат, а голоса остальных стран там не имеют такого большого значения. Безусловно, вот теперь, что касается позиции этих стран Европы, вот этот шаг МВФ, вот это, знаете, и легализация, и легитимизация России. То есть это возвращение к диалогу с ней, это четкий сигнал, что ничего такого в сотрудничестве с Россией нет. То есть то, о чем я говорил перед этим, что вот эта концепция борьбы добра и зла, она, по сути, отменяется действиями МВФ. Они говорят, ну, слушайте, Россия — это не такое зло, с ней тоже надо работать. И в этом, безусловный риск. Что касается того, повлияют ли эти страны на МВФ, на самом деле посмотрим. Вот пока еще я не готов давать окончательный ответ. Очевидно, что МВФ настроена отправить свою миссию. Но вопрос в том, как отреагируют на это Соединенные Штаты Америки. Что бы там ни было, это основная экономика в мире. И это страна, где даже физически находятся офисы МВФ и Всемирного банка и многих других международных институций. То есть, собственно, сам факт нахождения этих офисов в США – демонстрация роли, которую США играет в мировой политике. Вот насколько страны Европы смогут также объяснить Соединенным Штатам Америки, что вы не должны закрывать глаза на подобные действия, находящихся на вашей территории ведущих международных институций, что вы должны дать им четкий сигнал, что, вы знаете, есть все больше ощущения вот этого разделения мира на блоки, восстановления новой оси зла, кое есть Москва, Тегеран, Пхеньян. Я Пекин не хочу добавлять сюда, поскольку Пекин, он как раз высматривает, скажем так, позицию, которую он должен занять, поскольку, с одной стороны, его устраивает, что есть, скажем так, новый блок стран, который борется с его основным экономическим конкурентом США. С другой стороны, ему и не надо, чтобы этот мир полностью, скажем так, развалился, поскольку Китай себя находит в этом мире, он нашел свою нишу, он стал основным экспортером товаров, стал главной мировой фабрикой в этом мире. И чем больше будет расти сила Москвы, Тегерана и Пхеньяна, тем больше будет риск того, что на определенном этапе эти страны захотят избавиться не только от влияния Запада, но и от влияния Китая. Китай эти риски просчитывает. Но вот, тем не менее, возвращаясь к вот этому делению мира на эти блоки и движение МВФ, направленное на восстановление нормальных отношений или как минимум легализация, легитимизация, о чем я говорил ранее, со страной, которая как раз хочет всячески, ну давайте прямо как сказал пропагандист Киселев, в атомный пепел превратить США, вот здесь надо будет, как мне кажется, США больше проявить, скажем так, давление на эти структуры и дать им понять, что, вы знаете, вот эти ваши попытки нормализовать отношения, они идут разрез с принятой глобальной политикой. И если вы уж так хотите восстанавливать эти отношения, то ищите себе в Москве офис, поскольку в Америке вам будет не рада. Я понимаю, что это может звучит пока нереалистично и жестко, но тем не менее такие диалоги вполне возможны, и будем смотреть, как они будут вестись далее.
Что ж, Иван, спасибо вам большое. Будем разбираться в сложностях отношений Международного валютного фонда и России. Еще не успели с вами обсудить Всемирный банк и как у них там с Москвой. Ну, это тема для следующих наших встреч. Как всегда, очень рады вам. Хорошего дня, Иван. Спасибо. Иван Ус, кандидат экономических наук и главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.